Всем привет! Рад приветствовать на сегодняшнем видеоролике. Мы вновь возвращаемся в супермаркет симулятор. Будем продолжать развиваться. Надеюсь, сегодня наконец-то мы или возьмем новую лицензию, или возьмем склад, как и планировали, в принципе. Ну что ж, начинаем! Так, поехали. Ну что ж, что по товарам? Нет зеленой содовой. Ее можно смело закупать, две штуки. Дальше вода есть, сыр, яйца, молоко есть. Так, тут у нас рис, но рис у нас вроде оставался. Нет, риса нет. Рис тоже докупаем. Далее. Молоко однозначно, две коробки. Далее. Паста, хлеб. Паста, хлеб. Паста, хлеб. Обычная мука, две упаковки. И оливковое масло. Оливковое масло, оливковое масло. Все. Что ж, заказываем. Так, теперь нам осталось лишь немножко подразложиться. Давайте все-таки немножко сразу разложимся. Потому что части товаров нет вообще. И может быть так, что люди не найдут то, что хотят. А нас такой расклад вообще не устраивает. Нужно, чтобы наш магазин был полон товаров. Оливковое масло сходу еще одно можно будет заказать. Газировочка. Первая коробка, все. Вторая. Так. Отлично, это есть. Молоко. Одна коробка у нас остается. Далее. Паста. Есть. Далее мука. И мука. Восполнили. Ну и последнее, это хлебушек. Так, отлично. Дальше, как вижу, у нас спагетти, мало красной муки, мало и еще одно оливковое масло. Так. Спагетти. Красная мука и еще одно оливковое масло. На этом заканчиваем закуп. И переходим непосредственно к продажам. Новый день готов. Так. Ага, все. Ну и спагетти. Отлично. Ждем клиентов. Воду нам некуда доставлять. О, ну вот и клиенты. О, какая машина. Мне это надо. Стой, я тебя покупаю. Покупаю. Не покупаю. У нас теперь... Вторая касса, нам тоже, возможно, придется продавать, если к нам будут вставать люди. Это надо учитывать. Счета оплатили, и вот мы в полном нуле. Ну что ж, давайте подождем. Нам теперь надо мониторить кассу. К нам могут подойти люди. Ага, понятно. Красавица, естественно, ко мне, как иначе. Так, $0.05. Всего доброго, девушка. Ха-ха-ха-ха. Ко мне красивые девушки, а к тебе только мужчины. Ха-ха-ха. Хотя, возможно, его такой расклад и устраивает. Мы этого наверняка не знаем. Спасибо, что без дачи. Приветствую, мадам. Карточка. 12.95. Угу.
Восхитительно. Давайте немножко посидим сами, но вообще в идеале, конечно, пришло время нанимать еще одного кассира. До свидания. Вспомнить бы, как отсюда вылазить. А, escape, все хорошо. Почти кончился апельсиновый сок. Ага, почти кончился апельсиновый сок. Хорошо. Даже да закажем. Есть. Хорошее утро, хорошее начало. Я несу апельсиновый сок, люди. Не переживать. Апельсиновый сок на месте. Не переживаем. Покупаем. Уходим. Спасибо, что без сдачи. Злаки надо докупить и арахисовое масло. Злаки. Арахисовое масло. Купить. Сразу же обслужить клиента. Он, я смотрю, хорошо затаривается. Еще и без сдачи. Спасибо большое. Всего вам доброго. Ага, все потратили. Отлично. Теперь злаки. Отлично. Так, ко мне клиенты не стоят. Ага, сусу надо докупить еще. Сусу-сусу. Отлично. Так. Доставим спагетти. А, стоп, что? А что я взял? А, я взял сок. А какой хотя бы? Ага, отлично. Минус коробка. Так, сейчас я подойду. Не спешить. Сейчас, сейчас, сейчас. Там еще одна касса работает, люди. Не видите кассира? Нет. Зачем вы стоите на кассу, где нет кассира? 11 центов сдачи. Прошу. Так, 35.03. Всего доброго. Все. Отлично. Молоко разбирают, как я не знаю что. Как горячие пирожки надо заказывать. Сыр у меня еще чуть-чуть оставался, я помню. Спагетти давайте сразу поставим. Еду и... Господи, давайте уже купим второго кассира себе. Менеджмент, найм. Ага, мне нужен еще один. Так, а вот это печально на самом деле. Оказывается, еще не все так просто. Кассир нам еще пока будет недоступен в ближайшие серии, точно. Спасибо, девушка, что так хорошо затариваетесь. Мы всегда вам рады. Приходите почаще. Всего доброго. Так, что ж срочно нужно докупать? Молоко, масло. Молоко и масло. Молоко. Масло. Давайте сыр. Давайте яйца. Давайте обычное молоко. Купить. Так, свет включаем. Восхитительно. И поехали. Молоко. Хорошо. Дальше. Яйца. Отменно. Сырок. Да, выкладываем. И тут же новый поставим. Так. Угу, отлично. Масло. Ага, ко мне стоят люди. Иду. Секундочку. Я не могу столь быстро реагировать на все. Так. 9. 45. Так. 34.62. Так. 19.33. Отменно. Молоко почти закончилось, а вот и оно. Готово. Так.
Тут всего пока еще хватает. Этого всего хватает. Этого всего хватает. Отлично. Ждем клиентов. Дождались. 7,88. Здравствуйте, крутой Сэм. Без сдачи. Благодарю вас. Тридцать восемь тридцать. Отлично. Ага. Отменно. Все в наличии, все хорошо. Остается только выкладывать. Стоп, дисплей до сих пор полон? Нет, все, сыр кончился. Отлично. Оливыч. Доставили. Завершаем день. Сегодня у нас чистой прибыли очень много. Ну, вообще, вернее. Сода, турко стало дороже. Турко это вот это. Угу. Давай до 2,19 поднимем. Так, теперь. Что у меня? Как раз турко. Отлично. Это просто кола. Ее тоже доставим. От коробки избавимся. Кофеек поставим. Чаю надо заказать однозначно с этим напряг. Сок да выкладывать. Какой это у меня? Вот этот. Отлично. Так, молоко выложил. Так, яйца. Тоже выложить. Ага. Почему? Полон? Да, дисплей полон. Хорошо. Теперь мне надо еще соли, еще риса, еще сусу. Так, магазин. Сусу. Рис, соль. Красная мука, спагетти, паста. Паста. Красная мука, спагетти. Чай. Чай, 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 чай. Чай дорожает. Уже $60 за штуку. А по себестоимости тоже вырос. 6,19. Надо ценники все проверить. Погодите, давайте проверим ценники. 6,90. Ставим 6,80. Не, надо круглое, не более, не круглое число, чтобы людям больше нравилось. Люди более падки на такие ценники. Тут ставим 3,59. Увеличиваем свой доход. Ох, ё-моё. 4,29. Даже 39. Гоник. Нормально. Хотя давайте 2,69. Мы становимся популярными. Можем поднимать цену. Тут нормально. Тут 5,59 поставим. С этого всего будет расти наш общий доход. Ставим 11,19. Ставим 2,54. Нормально. Тут не будем жестить. Тут однозначно поднимаем ценник. Тут поднимаем ценник. Тут поднимаем ценник. Тут оставляем также. Тут оставляем также. Водичка оставляем также. Молочко оставляем. Сырок оставляем. А вот вернее яички, а вот сырок поднимаем. Теперь нормально. Нормально. Поднимаем цены. Оставляем цены. Оставляем цены. Теперь по закупке. Давайте для начала это все закажем. И уже начнем рабочий день. А там видно будет. Так. Паста.
Так вот. Черный чай, вот это вообще отлично. Это все было очень печально по чаю. Медленно, да верно разлетается. Так. Красная мука. Солька. Отменно. У нас там уже первые покупатели появились, которые встали не на ту кассу, на которую надо вставать. Мадам, ну разве не видно, я работаю? У вас есть работающая касса? Ладно, сейчас пойдем к ней помогать. Надо кассу самообслуживания ставить. 50, 62. Всего доброго. Обычная мука пока еще есть. Яблочный сок можно дозаказать с апельсиновым. Это не прям к спеху. Апельсиновый, яблочный, да заказать. Также надо сразу же заплатить за по счетам. Потому что это явно важная тема. Все. Ну что ж, поехали. Так, яблочный сок. Яблочный джюс. Ну и апельсиновый джюс. Так, окей. Так, без сдачи. Спасибо вам большое за это. Кофеек можно дозаказать. Маркет. Кофе. Закуп. Побежали. Отлично. Ага, у меня там уже очередь. Ух ты какая. Так. Хорошие клиенты к нам ходят. Видите, популярны даже среди бьюти-цыпочек всяких. Доллар. 82. Так, хорошо. Давайте все-таки рискуем. И берем еще одну лицензию. Менеджмент. Лицензии. Купить. Так, теперь опускаемся ниже. И смотрим. Полки. 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 Полки, полки, холодильник. Всех товаров по одному виду докупаем. И начинается веселье. Сразу определяемся с местом, где вот эта штука хранится. Так, хорошо. Дальше. Вторая полка. Так, сразу устанавливаем ценник 5,49, пока не начали покупать. И доллар 99. Так, все, отлично. Вовремя, кстати, поставили. Там люди подходить как раз начали. Так, девушка, хорошо. Забирайте 1 цент. Господи, 70. 93. Да куда так много людей? Я не успел товары даже выложить. Все, до свидания. Сейчас я все доставлю, секунду. Нет у меня так много времени сейчас, чтобы... Нас загрузить решили по полной программе. Йогурт давайте сразу занесем в холодильник. Ох, ё-моё, их тут. А, на 2 холодильника. Отменно. Цена доллар 99. За штуку. Так, отлично. Тем временем у меня начинают заканчиваться продукты, которые уже мои постоянные. Это проблема. Так, хорошо. Ага, еще клиенты.
Ты решил пасту приготовить с сыром. Хорош. Сейчас начнется бедлам. Полный бедлам. Шоколадную плитку она не нашла. Я ж тебе не магазин строительный. Вот тебе шоколадная плитка. У меня уже покупают по цене невыгодной для меня. Так. 3,89. Так, все, отлично. Добавляемся от коробки. Включаем свет. Ладно, сейчас отработаем, не пополняя. Сейчас слишком все кипишно. 6,05. Так, еще один. Здравствуйте. Картой. 10,92. Замечательно. Отлично. Так, давай да выставим то, что у меня в наличии хотя бы есть, купленное уже. Я уже... Ага, до сих пор остались. Интересно, насколько уже все раскупили и насколько много товаров не удается найти. Рис. Из насущих проблем нам нужна полка. С этим огромная беда. Езды купил. Доставил, вернее, дальше кола вот это, которая сейчас пользуется большой популярностью. Ну и молоко. Все. Супер. Мне казалось, очередь была больше. Так, поменять. 4. 3. Все очень плохо. С количеством наличия товара. Стоит отметить, что нам нужна еще одна полка. Все-таки придется делать пока что вот так. Пока. Ага. Опять ко мне на кассу, я понял. Ой, хорошо. Спасибо вам за покупку. Возвращайтесь к нам еще. Ага, вам уже не хватает всего на свете. 8,17. Всего доброго. Так, теперь за счет этого есть возможность купить сюда еще одну полку. Но это мы с вами сделаем уже в следующей серии. Последний клиент остался. Ох, и хороший день получился. И сколько денег? 827. Итого. У нас с вами... Мы, при том, что купили новую лицензию, ушли еще и по общему количеству денег на балансе на $57 вверх. Ну что ж, на этом моменте мы с вами будем заканчивать. Давайте сохраним игру. В следующий раз не буду сейчас менять ценники, пробежимся в следующий раз по ним. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ролики выходят ежедневно. Кроме того, не забывайте подписаться на мой Twitch. Ссылочка, а вернее ник, будет в описании под роликом. Ну что ж, на этом все. Увидимся, ребят.